Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео вместе с вами хочу распаковать свой заказ с сайта «Любимый Василёк». Пришел у меня вот такой вот пакет, но здесь у меня нет никакого текстиля для дома, у меня здесь только одежда. Совместно у меня это заказ вместе с моей сестричкой, ей тоже очень понравились вещи с сайта «Василёк», и, соответственно, заказали. Я все вещи, которые заказала моя сестричка, померю на себе. Единственное, что она у меня заказывает все 48 размера, хотя на самом деле она 46-го. Ну вот ей хочется, чтобы было так вот посвободнее, более оверсайз. В общем, давайте я сейчас все распакую, разложу, покажу, соответственно, примерю все на себе. Не забывайте, что все ссылки я, как всегда, оставляю внизу в инфобоксе, также ссылку на сайт и ссылку на Инстаграм, страничку «Любимого Василька». Котей мне моя помогает, да, котеечка моя? Иди сюда, мой сладкий мальчик. Так, давайте начну с мужчин, с мужских покупок для мужчин, да. Заказала я снова своему мужу вот такие футболки, обычные базовые, ну, ему больше нравятся темные цвета, соответственно, заказала темные. Беру всегда на размер больше, и они тогда отлично сидят. Не знаю, у меня не сели при стирке, не стали короче здесь, то есть качество очень мне понравилось. Вот мужу взяла еще, так как, ну, такие базовые футболки, меняет он часто их. Значит, взяла вот такого цвета, такой он как зеленый, что ли, такой вот очень симпатичный, да, такой цвет. Вот такой синий и вот такой более темно-синий. То есть, видите, этот яркий, это более такой приглушенный синий цвет. В общем, обычные базовые футболки, мужу очень они понравились, по качеству в том числе, он их и под свитер какой-то одевает, и под кофту одевает, очень классные и недорогие футболки, так что для мужчин, девочки, обязательно присмотритесь, такие футболочки, которые достаточно быстро, по крайней мере, у меня выходят из строя, да, Катея? Катея там, вот. Своему младшему сыночку я заказала две вот такие кофточки с длинным рукавом, тоже ходить в садик. Очень мне понравилось качество. Это хлопок, но это такой прям плотный, девочки, не просвечивающий. Ткань очень прикольная. Модный рисунок TikTok. Вот такую желтенькую я взяла. И вот такую бирюзовую, да. Но качество очень хорошее. То есть они прям плотные-плотные такие кофточки. В садик носить, испачкать их там. И вообще отлично. И также еще вот такую вот кофточку. Она по качеству чуть-чуть потоньше, чем вот эти с TikTok'ом. Но здесь вот Brawl Stars, или как он правильно называется, игра такая, да, есть у деток. В общем, вот такой вот. Я вначале думаю, что же это такое-то, когда сейчас получила. Это чупа-чупс, девочки. Это чупа-чупс. В общем, еще вот такой. Но она, видите, немножко потоньше по качеству, но это тоже хорошо. Вот эти вот более поплотнее. То есть такие вот. Вот. Но такие классные кофточки тоже сыночку в садик. Так, своему племяннику я взяла, тоже я ему беру на размер больше, вот такие вот брюки обычные, ну, самые простые, черные, хлопковые. Это на физкультуру ему нужно были, вот такие простые, без всяких вот здесь вот рисунков и тому подобное. Вот как раз на Васильке они были, и я заказала. Ну, тоже прикольно, здесь резиночка идет, шнурок, ну, обычные спортивные, с кармашками. На физкультуру будет ходить вообще самое то. Вот качество тоже такое, плотные брючки, вот, но не утепленные, то есть здесь нет никакого не утеплителя, ничего, но по качеству такие плотненькие. И также своему племяннику я заказала носочки. Это была здесь упаковка, вот такие, ну, обычные медицинские с массажным эффектом, то есть какие-то хлопок 80, полиамид и лайкра идут на размер 41-47. Здесь в упаковке получается 1, 2, 3, 6 штук. Вот, то есть целую упаковочку взяла. По цветам тут темно-синие, вот такие серые. Это какие-то ближе к зеленому такие. И две пары черные и вот какие-то такие серовато-зеленоватые. И также ему взяла вот такие теплые носки. Это идут мужские носки кашемировые. У меня у мужа такие есть, и у меня такие есть носки. Они действительно очень теплые, классные носки.
прямо обалденные. Вот я очень их оценила сильно. В общем, взяла племешу тоже, но они такие, видите, достаточно толстенькие, очень мягкие, не колючие. И также в упаковке идут три пары. Размер 42-48. Вот такие вот. Так, что тут у нас по составу? Кашемир 50%, 35% шерсть, 10% полиамид, 5% спандекс. Очень теплые, девочки. Вот сейчас вот как раз холода. Я прямо советую. И себе возьмите, и мужьям, и, не знаю, детям, всем. Вот такие вот носочки прям классные. Себе я взяла вот такую кофточку. Это флиска, да. Но у меня у всех домашних есть такие кофты, кроме меня. Вот я решила себе взять вот такое бежевого цвета. Я взяла 44 размер. Это считается как туника такая, ну это кофточка, да, обычная кенгурушка. Здесь воротничок, стоечка и вот такие вот шнурочки. Вот. Ну, я собираюсь под какую-то куртку одевать, да, чтобы было тепло. То есть, ну, можно в прохладное время и так ходить. Ну, очень симпатичный такой цвет, да, такой молочный. Мне очень понравилось. Сейчас примерю, покажу. Итак, вот эта кофточка флиска. Девочки, смотрите, она какая прикольная. Я взяла 44 размера, но видите, немножко плечики у меня получается. Ну, она мне чуть-чуть великовата, то есть она идет размер в размер. Классно, я делала на свои домашние леггинсы. И, кстати, вот эти леггинсы тоже с Василька, и вот ношу с огромным удовольствием, ничего с ними не стало. Так что вот так вот она сидит. Но это хорошо, что она такая свободненькая, потому что если была бы в обтяжку, я думаю, было бы некомфортно. Но мне кажется, очень симпатичная, да, с таким черненьким. Мне очень нравится. Еще я взяла нижнее белье себе и сестре, только я себе взяла 44-46, хотя обычно беру 42-44, и они мне нормально, они не маломерки. Ну ладно, я себе вот эти ставлю, они вроде не сильно такие большие, я думаю, будет нормально. Вот такие и вот такие две пары. А вот это я взяла тоже сестре, не тоже ей, но она видела мое, то, что я заказывала, понравились. Я взяла 46-48, такие черные, тоже вот такие. Такие и вот такие вот. Вот эти симпатичные очень мне понравились. Расцветочка очень классная. Вот. Нижнее белье вот это очень хорошее, кстати. Я заказывала в предыдущих заказах. С этим бельем вообще ничего не случилось. Хорошее хлопковое белье. Не знаю, отлично носится, стирается, ничего не линяет, кружево не расползается, ничего с ним не случается, так что я очень советую, цена бюджетная. Так, ну и для моей сестрички взяли вот такую вот а-ля тельняшку майку. Мы взяли ее 50 размера. Почему? Потому что сестра хотела, знаете, сюда одевать такой топ спортивный, какие-то леггинсы, и чтобы была вот такая, как длинная туника у нее получается. То есть она такой вот вариант хотела носить, поэтому она взяла 50, хотела, чтобы было свободно. Для дома это отличный вариант, поэтому взяли 50. Я примерю, покажу вам сейчас на себе, как смотрится, но качество тоже хорошее, такой тоненький хлопочек. Вот, так что сейчас покажу. Итак, вот это вот, это вообще здесь написано майка, то есть это не туника, но у меня сестра хотела носить ее как тунику, то есть как вот такую вот длинную, тоже с леггинсом, то есть примерно вот так, как вы видите сейчас на мне. Это 50 размер, я бы так не сказала, я думаю, что это маломерит, ну, то есть по мне так это 46-й, ну, может быть, 48-й будет в облипочку размер, вот так вот, то есть на размер как минимум маломерит. Так что берите, если кто хочет побольше, но, соответственно, она будет покороче, да, здесь, то есть, ну, я бы не сказала, что это 50 размер, да, предыдущая кофточка 44 была, а это вот 50. Ну, я думаю, что сестре моя подойдет, я думаю, что ей будет отлично, она как раз примерно то, что она и хотела, вот, так что не зря мы взяли такой размер. Но симпатичная, кстати, расцветка такая симпатичная для дома, вот так майку. Вот так же, как у меня сейчас одеты, да, вот такие, как леггинсы, да, коротенькие, как они, я забыла, называются. Вот, и вот так вот ходить очень даже.
И следующее, это тоже туника. Взяли уже 48 размера, тоже для моей сестры. На самом деле она более розовая, чем сейчас у меня показывает камера. Камера почему-то ловит у меня такой красный цвет, да, почти как мои ногти. Но он более розовый. Взяли 48 размер. Здесь идет воротничок-стоечка, длинные рукава. И вот такой вот по бокам, вот такие вот, ну как я не знаю, как это назвать, да, будут вот так вот свисать по бокам. Ей тоже очень понравился такой вариант с какими-то леггинсами и тому подобное, но качество очень классное. Чем-то напоминает вискозу, знаете, то есть такие прям такая мягкая, шелковистая такая ткань. Думаю, сестре вообще обалденно понравится. Сейчас тоже примерю на себе. Так, и вот эта вот туника, сейчас наклейку надо будет аккуратненько мне снять, чтобы не испортить ткань, да. Уже видно, что она мне великовата, потому что, смотрите, да, уже даже рукава видно, что великоваты. Но это то, что моя сестра хотела. Вот такое вот она хотела. Такая вот история. Вот здесь вот такой воротничок, который, ну, надо красиво так вот как-то положить, да. Вот, но кофточка прикольная, девочки, вообще классная, мне кажется. Вот, с джинсами, с леггинсами. Ну, вот у меня сестра с леггинсами хотела носить, с леггинсами любых цветов. Мне кажется, вообще отлично. Ну, симпатично. Я бы просто, правда, себе бы, я бы взяла бы размер в размер, то есть 44-й, чтобы она вот здесь вот нормально сидела. То видите, у меня как, даже вот здесь вот видно, что вот эти плечи докуда. Вот. Ну, это 48 размер. Вот это уже вещи размера в размер идет. Видите, тут тоже так. У меня она симпатичная. Единственное, что она более розовая, чем показывает камера. То есть она такая прям розовенькая такая. Не... Ну, прикольная, симпатичная. И очень приятная к телу. Мягенькая. Такое ощущение, что из вискозы. И последнее, это вот такое платье, которое у меня сестричка тоже собирается носить дома. Очень понравилась расцветка. И тоже взяли 48 размера. Мне кажется, она немало мерит. Потому что, видите, такое достаточно большое. Здесь идет вот такой рукав. Как бы горловина, и вот эти вот пуговички, они расстегиваются, то есть это не обманки по переду, пуговички собрано, и внизу вот такой вот воланчик. На самом деле очень миленькая платьица. Вот я сейчас смотрю, видите, как сделано, все шовчики тоже ровные, сделано из такой, я не знаю, как такой немножко трикотажной ткани, но такая тоненькая, очень легкая платье. Вот, ну, мне кажется, очень симпатично. Сестре моей точно пойдет такой цвет. Вот. Для дома вообще симпотненько. Ну, она будет ей, наверное, широковато здесь немножко. Но ничего страшного. Тоже сейчас примерим. Да, Кися? Каспер. Кс-кс. Не хочет со мной общаться, сидит там. Вот, сейчас примерю тоже на себе покажу. Так, вот это платье. Ну, тоже видно, что мне велико, но вот. Ну, платье, слушайте, вообще прикольное. Расцветка мне очень нравится. Знаете, такое платье, если бы оно было мне вот размер в размер, сюда одеть наверх такую светлую джинсовку, кеды какие-то или что-то типа того. И вообще, мне кажется, классно бы оно смотрелось. Вот. Ну, сестричка у меня взяла для дома, и будет нормально, я думаю. Ну, будет... Она хотела, чтобы было вот так вот. Вот так вот, чтобы было вот так вот. Вот, она собирается в таком ходить дома. Мне кажется, тоже, ну, симпатичненько, симпатичненько. Вот, пуговки расстегиваются, очень приятно. Так рукавчик получается. Вот, такое, знаете. Та-на-на-на-на. И можно сюда, например, пояс одеть. И тоже будет симпатично смотреться. Я одела на свои леггинсы. Леггинсы, да, не помню назвать. Что забылось. Вот, так что вот так вот, вот такое платье тоже советую, идет, получается, оно размер в размер, и мне кажется, очень симпатичная расцветка, совсем даже не бабушкина, на мой взгляд, очень симпатично, сейчас такие вот, летом много видела в продаже таких платьицев, подобные расцветки, мне кажется, симпатично. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Не забывайте, что все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Но мне вещи действительно очень нравятся. Я считаю, что они очень достойные, тем более недорогие, что очень классно. То есть это та же одежда для дома за такую цену, мне кажется, вообще потрясающе. Вот, сейчас скинула уже сестричке фотки. Вот, сказала, скоро приеду.
повод ко мне в гости приехать. Вот, так что вот так вот. Но я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.